Продолжит выпуск «Мониторинг ямы» на улице Бульварная. Сегодня 45-й день, как мы следим за ситуацией. На этой неделе грязная достопримечательность Омска носит имя первого заместителя мэра города Евгения Фомина. В его ведении находится департамент городского хозяйства. Но чиновники разных мастей чихать хотели на проблемы жителей. Иначе как объяснить подобное разгильдяйство? А скоро пройдут дожди, и этот участок местности грозит перерасти в мини-водоем. Может, этого и дожидается администрация города.